Драма «Містика абсурд». Саулі Сварнес на сцені нашого театру відкриває світ одного з самих цікавих драматургу 20-го століття Станіслава Віткевича. Здесь поняли, какое решение он принял? Ах, этого быть не может, да? И тогда поскочили. Репетиции на сцене наладка на камертон теоретика и практика авангарду театра початку 20-го столетия. З его обострым почуванием гибели культуры и погрозы існування особи. И у маленькой сядибе п'єсі, обраной режиссером, гэта энергетичный згусток страстей и выклику похиснувшихся свету. Логику сна, логику такого концептуальность 20 века, человека, который с разорванным сознанием, с мышлением, которого разорвана духовность, да, он стоит в одной ноге безграничности, да, в желании постичь познание Вселенной всей, да, и другой ногой он стоит в таком ограниченности своих страстей, своих желаний. При жизни мне такое испытывать не доводилось. При жизни скажешь уже здесь. На перший погляд – драма любовная. Сюжет сеансом спиритизму викликається дух померлої чарівної господині. І реальне райське життя сядіби переутворюється у звар'ятілий дом, де попередні драматургії абсурду підвищає ступені відчуванів реальних страт, трагедій, невірогодною виразністю мови нового театру. Я соблазнив твою жену. Она смеет утверждать, что не была моей любовницей. Отрекается от меня. Энергия, которая закручивается на сцене, она должна вырастать до какого-то абсурдного танца, да, чувств, стремлений, озорства, любви. Они все перенасыщены страстями, да. Зрозуміло, гэта і новы вопыт акцёрскага выяўлення, хоць ужо патрыхтаваны на магілёўскай сцэне талеркі на фрэкен-жулі жаніцьбы. Калі па рэжысёрскай задумцы партытуры святло, музыка, рух, дэталі, гукі, шумы, планы павінны прымусіць рэфлексію сучаснага гледача, дарэчы, ўжо спрактыкаванага і ўзорамі таго ж март-кантакту. І вот как нам за это время удастся всё, чтобы слилось в единое, что это друг друга дополняло, и выйдет в этот какой-то большой крик, да, такой вопль человека, да, как жить в этом мире, да, как достичь счастья, которому как бы каждый в душе стремится, как услышать другого, как быть услышанным другим. Чакать драмы абсурду в Марійскай сядзібе зацікаўленым уже недолго. Прем'єра 16, 17, 18 і 19 красавіка.